Сравнение двух импульсных металлоискателей Кащея 5i и клон PLR. В принципе, клон PLR — это копия Кащея 2i. Идет GKE индикация, что правда. Кащея 5i, ну, новая модель Кащея, как бы одна из последних, получается, испытанных. Будем проверять ее непосредственно в грунте. Включаем прибор. Что правда, надо включать, чтобы не было металла. Подводим к грунту. Молчит. Делаем баланс грунта. Дальше добавляем чувствительности. В принципе, нормально. Проверяем место. Молчит. Ничего нету. Добавляем еще и мочуйки. Ну, практически нормально. Так, дальше что мы берем? Прибор отлаживаем. Сначала начнем тест вот с такой маленькой пластинки, точнее бруска металлического. Засовываем туда в грунт. Посмотрите, он там спрятан. Лежит себе. Берем металлоискатель. Это у нас брусок, как видите. И начинаем водить. Как видите, металлоискатель молчит. Баланс грунта сделан. Ведем. Есть сигнал. Нет сигнала. Есть сигнал. Нету сигнала. Делаем повторную настройку. Отводим. Балансируем. Добавляем чувствительность. Начинает срабатывать. Хорошо. Ведем. Как видим, где-то вот на такое расстояние берет брусок, где-то сантиметров 30-5. Проводим. Здесь молчит. Здесь четкий сигнал. Вот по брусок, как видим. Именно по вот эту точку мы вламываем металлоискатель. По сторонку. Вот. Посюда у нас берем, естественно, и засовываем. Вот посюда, как видите, расстояние делаем. Делаем вот такое. Так, есть. И перепроверяем еще раз. Как раз притык. Бруском. Выходим сюда, молчит. Реагирует. Как раз сравниваемся. Это ниже. И поднимаем, поднимаем, поднимаем. Замолкает. Вот сигнал. Ну, четкий сигнал, сильный, хорошо, все в порядке. Это есть. Дальше следующий элемент. Будем вот на этот кусок металла. Берем, вынимаем наш брусок, вынимаем брусок, вставляем туда пластину. Как видим, полностью спряталась, не видно ее. Проводим тест на пластину. Так, берем, ставим здесь приблизительно, добавляем чуйку, делаем еще раз баланс грунта, на всякий случай повторно. Подводим к грунту, балансируем, отстраиваемся. Ну все, это максимальная глубина. Ведем, начинаем вести отсюда. Ведем, ведем, ведем. Зафиксировал сигнал. Поднимаем. Ну, довольно неплохо.
где-то на 5 сантиметров выше столбца. Отводим. Вот, ведем, ловит сигнал, поднимаем, подставляем ногу. Как видим, где-то на 5-7 сантиметров. Разница. Убираем. Поднимаем. Это кощей 5, ну, я знаю, сантиметров 45. Где-то так. Устанавливаем. Здесь небольшой ограничитель. Еще раз пробуем опускать. Ну вот уже есть сигнал, как видите. Чуть-чуть торчит. Поднимаем, молчи. Обломаем ровно вот здесь. Вот таким вот. Два деления. Перепроверяем еще раз. Ну, даже выше. Убираем. Подводим. Вот это сигнал. Так. Выключаем прибор. Ложим здесь. Берем прибор Клон-ПВР. Прибор включается у нас сзади. Подставляем к грунту, где нету металла. Не отстраиваемся. Здесь идет отстройка. Ну, на грунт настроилась. Защитный интервал у нас 9. Ну, как видим, немножко реагирует на грунт, но мы будем водить выше. Немножко выше будем водить. Так, пробуем. Загибаем катушку. Ну вот, на высоте молчит. Брусок берет. Ведем. Сейчас у нас, напомним, брусок. Ведем. А, это не брусок у нас. Сейчас у нас крупный предмет. Брусок вот здесь. И начинаем подводить. Вводим так. Ну, берет ниже кощея. Пробуем опускать. Ну, не намного, как видите, но берет ниже. На сантиметров 5-7 берет ниже. Вот у нас уже начинается сигнал. То есть все-таки берет ниже. Где-то на процентов 15 берет слабее кощея этот брусок. Дальше ложим прибор. Берем, вынимаем пластинку. Берем, вставляем брусок. Вот где у нас брусок кощей брал пятый, замечите. Засовываем туда его так же самое подальше. Все, брюшок с пратом там, как видите. Берем металлоискатель, начинаем водить. Вот, опускаем. Очень слабый сигнал, а вот есть сигнал. Притык с грунтом, в принципе, у нас есть. Еще раз надо отстроить прибор. Отстраиваем на этом же грунте, вблизи. Включаем прибор, пошла отстройка. Тот же интервал 26 молчит, а теперь ведем.
Молчит. Вот это уже можно назвать сигналом. Вот все-таки сигнал. Ну, практически. Притык с грунтом, есть сигнал, отводим. Замолчало. Скажем так, разница довольно небольшая, только единственная проблема — это влияние его на грунт, надо правильно отстроить. Пробуем еще раз. Ставим больше барьер. Вот больше барьер, я думаю, будет брать более четко. Здесь слабый небольшой сигнал, но берет все-таки. Теперь попробуем на крышку. Вон. Ну, где-то сантиметров 25. Что-то слабо берет алюминий. Пробуем Кощей. Наверное, его тоже самая судьба. Включаем прибор. Балансируем. Сбалансируем, пожалуй, грунт, чтобы было справедливо. И отстраиваемся. Отстроились. Пробуем. Ну, пожалуй, сколько там? На сантиметров 15 больше где-то берет этот предмет. Теперь пробуем на лопату. Ну, сантиметров 60 как минимум. То есть 70. Бросаем лопату. Начинаем подводить. Сантиметров 60, чуть выше колена. Ну вот такие приборы рекомендуется покупать для поиска металла. Спасибо за внимание.